Съемка пошла. Да. Точно? Хочет запечатлеть момент, это родовое гнездо. Все поснимай здесь, как оно обстановочно. Готово. Гвоздь надо вырвать. Поехали. Быстро, четко и качественно. Молодцы. Опять не понравилось ему. Давай на исходную. И еще ближе к сеточке. Подъезжай. Как-то же он его поставил. Сейчас ушки будет опускать. О, я думал, это он побежал с такой скоростью. Водитель, а это велосипед проехал. Шарики изучаешь. Ой ты. Какой пушистик. Ну давай уже. Вон, все, поехали. Пиу, пиу, пиу. А где пиу, пиу? Ладно, пойду я на улицу. Что тут сидеть в темноте? Этот контейнер у нас почти пустой. Видите, помогаем с бревнами, а то он, бедный, не знает, чем ему топить. А вот тот контейнер, который, собственно говоря, мы загрузили. Покажу загрузку, чтобы вы понимали, можно грузить здесь 12 тонн. Снизу немножко бревна, сверху кирпич, который снят с фундамента. Тут даже мусорный пакет я закинул. Вот так вот. А тот уже почти загрузили. Сверкает. Опасно. Молния может быть. Дайте-ка я под деревце залезу. Буду с укрытия снимать. Да, конечно, еще тут много предстоит работы. Убрать рельсы, сбить бетоноломом старый бетон, от которого отскакивает лом. Так, ну-ка. Так, под деревьями, кстати, не стоят. Под деревьями жучили, не стоят, под крупными. Это крупное дерево, елка наша. От угла дома тут даже проход хороший остался. Идеально, по-моему, идеально. Там такой проход, там сякой проход. Нормально.